Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Итак, после завершения литургии сегодняшней Великопостной, прокомментирую, конечно, одно из хотя бы чтений, сегодня прозвучавших из книги «Бытия», которое последовательно читается сейчас на великопостных службах с понедельника по пятницу. Итак, значит, после того, как Каин убил Авеля, вот повествование дошло до того, что Каин познал жену свою, она зачала, родила сына Еноха, построил он город. Отсюда, видимо, идет наша, так сказать, городская цивилизация. И у сына родился Ирад, Ирад родил Михаэля, Михаил родил Мафусала. Вот эти вот все имена, на первый взгляд, ничего нам не говорящие, на самом деле каждое имя несет определенное значение важное, а может быть даже с каждым именем связана, можно сказать, целая эпоха. Ну, если верить Писанию, жили тогда долго люди. А может быть, это налет, так сказать, общий ближневосточный, отчасти мифологический, мы не знаем точно. Во всяком случае, но имена говорят сами за себя. Ну вот, например, Ирад, это, можно сказать, тоже перевести с одной стороны как горожанин, с другой стороны тот, кто, так сказать, спускается, спускающийся. Можно сказать, намек на дальнейший, так сказать, спуск, приземленность человечества и дальнейшее падение. У Ирада, Ирад родил Михаэля. Михаэль, дословно, тот, в ком стерт Бог. Ну, можно сказать, что стерт, забыт, изглажен. Вот так это можно имя переводить. А Михаэль родил Мафусала, или скорее Метушаэля, по-еврейски, если точнее. Метушаэль – тот, кто желает себе смерти. Так можно переводить это имя. Ну, понятно, люди забывают Бога, потом от пустоты какой-то внутренней начинают непонятно что творить, и, в общем, их обуевает тоска, безысходность какая-то, бесцельность, ощущение бесцельности жизни, и действительно некоторые могут налагать на себя руки из-за этого. Вот последствия, так сказать, грехопадения первых людей и дальнейшего закрепления в грехе человеческой цивилизации. Ну и, наконец, этот Метушаэль или Мафусал в седальном переводе родил Ламеха. Имя Ламех указывает на слабость, ослабление. Вот как бы человек ослаблен уже. И дальше очень интересное место. Взял себе Ламех две жены. Раньше, так сказать, по слову Христа, оставит человек отца своего, мать, прилепится к жене своей, будут двое в плоть едину. То есть как бы предполагалось единобрачие. Здесь Ламех может быть первый, который берет в себе две жены. Одна из ней Ада, другая Цилла. Ада родила Явала, значит, пишется, что он был живущий в шатрах со стадами, то есть как бы вроде преемственность с Авелем, который тоже пас скот, овец. Вот. Но здесь немножечко, наверное, другой уже оттенок. Далее, брат его Ювал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. И Тувалкаин, еще один брат, который был ковач всех орудий из меди и железа. Итак, значит, всякие музыка, искусство идет от этой цивилизации. Музыкальная, наверное, музыка была использована, скорее всего, не просто для слушания, а для каких-то священнодействий, жертвоприношений. Очевидно, так скорее лучше понимать это. И, значит, начался так называемый бронзовый, железный век. Отсюда и орудия, отсюда и орудия убийства, конечно. Вот тоже, так сказать, подспудный намек. Сестра Тувалкаина Ноема или Наама, дословно, значит, прекрасная. Вот, может быть,
она действительно была одна из немногих, которая сохранила красоту первозданную и не участвовала в этих самых темных делах вот этого поколения. А с другой стороны, другие понимают так, что прекрасно в смысле обворожительно, и здесь уже подтекст такой как бы соблазняющий. Интересно, не совпадающие есть друг с другом точки зрения на этот счет. Вот. Но, по крайней мере, у евреев не было принято упоминать в родословии женские имена, только в исключительных случаях. Вот здесь один из таких случаев, как бы упомянута она специально. И дальше не очень понятное место, точнее, по-своему загадочное. «Сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». Какая интонация у этого текста? Не очевидно. И опять же, отсюда разные подходы, разные понимания этих строк. Ну, например, у евреев есть такой мидраш, который говорит о том, что Ламех пришел в ужас то, что он сделал. А что он сделал? Он случайно, непреднамеренно убил Каина, своего пращура, прародителя, который боялся, что его кто-нибудь убьет. И то, что он боялся, это его настигло. Он одевался в всякие звериные шкуры, вот, чтобы его не приняли, может быть, за человека. А Ламех был охотник, и он был слепой. И один из отроков, ему помогавший, значит, направлял его лук, чтобы убить то или другое животное. И вот таким образом, по ошибке, этот отрок направил лук на Каина, одетую в звериную шкуру. И Каин был убит. А потом отрок доложил ему, что произошла ошибка. И этот Ламех в ярости, в отчаянии, и отрока тоже прибил. Вот, и потому он, значит, и говорит, что убил я мужа мне, в рану мне, и отрока, у мужа в язву мне, и отрока в рану мне. Это одно из таких толкований, основывающееся на устную Тору, на мидраш иудейский. Но, скажем, существовало всегда и другое понимание, что Ламех здесь, значит, как бы уже чувствуя совершенно безнаказанность свою, развязный такой, значит, говорит, вот как бы бахвалится тем, что он сделал, и чувствуя свою полную безнаказанность, говорит, что вот если Каину отмстилось, то мне все равно отмстится, тем более. Вот, причем новый русский перевод, он именно следуя этой линии понимания, он даже переводит резче. Если кто из мужей ранит меня, убью, а если кто досадит из отроков, убью. Вот это достаточно вольный перевод, потому что все-таки в оригинале еврейском говорится в прошедшем времени убил, а тут вдруг, значит, убью. Вот, но на самом деле преподобный Андрей Крицкий, которого канон мы читали и слушали на прошлой неделе, он как раз следует этой традиции иудейской мидраша, которая говорит о том, что Ламех непреднамеренно убил мужа Каина и после пришел в ужас. И в каноне Андрея Крицкого, как раз в четверг, один тропарь этому был посвящен. «Убил я мужа в язву мне и отрока в рану мне, а Ламех, рыдая, восклицал». То есть Андрей, очевидно, не из пустого места взял это, что Ламех рыдал, а из устной иудейской традиции. Возможно, эта традиция не была единственная, потому что вот есть другое понимание. Но вот опять-таки, как понимать? Здесь, наверное, свобода, определенная вариативность в интерпретации этого текста существует. И дальше, значит, Адам уже в этом падшем мире еще раз познает Еву, и она рождает сына и нарекла имя ему Сиф, или по-еврейски Шет. Положенный, так сказать, поставленный дословно. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин.
И у этого Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, точнее Енош. И тогда начали призывать имя Господа Бога. Енош – это имя означает просто «человек». Адам – тоже человек, первый человек, прачеловек. Но имя Адам родственно со словом «адама» – «почва» или «прах земной». В этом смысле имя указывает на то, что Адам, первый человек, был как бы из земли создан. А Енош указывает просто «человек». И вот, можно сказать, от этого Енош произошли люди, анашим по-еврейски. В общем-то, весь род человеческий, который начал призывать Господа Бога, как сказано. Ну вот с тех самых пор начала, в общем-то, наша земная религиозность в различных ее вариантах, в различных ее модификациях. Вот начали люди, как бы сказать, утеряв уже первозданный рай, призывать имя Господа, как и мы сейчас призываем, вот, просить у него там о чем-то помощи, в бедствиях, так сказать, в трудностях и так далее. Вот отсюда началась вот от Еноша наша, в общем-то, человеческая цивилизация в падшем, естественно, мире, который мы далекие потомки. Но, правда, дальнейшие главы будут говорить о том, что большая часть из этой цивилизации будет сметена, смыта потопом, и из этого поколения Сифа уцелеет только Ной, Ноах с своим семейством. Вот. А, ну и еще одно из ветхозаветных чтений было посвящено сегодня уже наступающему завтрашнему празднику, фактически он уже наступает, первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Вот пророк Малахия, предсказывая о том, что пошлет Илию, пророка великого и страшного в последние времена, вот, Иисус говорил, что Илия уже пришел, и с ним поступили, как хотели. Вот, и там есть такие слова, которые актуальны на все времена. «Обратитесь ко мне», передает пророк Малахии слова Господа, «и я обращусь вам», говорит Господь. Вот, то есть вы обратитесь, и я к вам обращусь. А с другой стороны, есть слова другие, похожие, но с другим оттенком в книге «Плач Иеремии». «Обрати, Господи, нас к себе, и мы обратимся». То есть, бывает, сил собственных для обращения ко Господу недостаточно, чтобы Господь нам тоже в этом помогал и укреплял нас, чтобы мы обращались к Нему. Постоянно лицо свое было бы обращено к Нему. Аминь. Надо сказать еще, что глава Иоанна Предтечи, ну, значит, есть разные данные. Одна часть ее хранится в мечети Амияда в Дамаске, другая часть, лицевая, хранится в соборе кафедральном города Амьен на севере Франции, где мне ровно 20 лет назад довелось служить литургию как раз перед этой лицевой частью главы. Вот, с группой паломников тогда, значит, Корсунской епархии. Вот, интересно, что эта глава, часть, по крайней мере, этой главы была привезена туда после 1204 года, после крестового похода, когда, к сожалению, католики, западные христиане варварски разграбили Константинополь. Вот, и один из служителей спас от потери или даже поругания вот эту вот часть, значит, эту святыню, привез ее в Амьен, и, зная, что это за святыня, в короткий срок, тогда в 70 лет всего, был построен огромнейший готический собор в городе Амьене, который до сих пор существует, несмотря на бомбежки во время Вторую мировую войну, несмотря на разные снаряды, собор практически совершенно не пострадал.
Вот, и это все предки, значит, далекие в средние века построили ради попадания святыни этой в город Амьен за 70 лет, что было рекордно коротким сроком по тем временам, потому что это огромнейший собор, в полтора раза примерно больше, чем Нотр-Дам в Париже, а Нотр-Дам строился около 150 лет. Вот, таким образом, Амьенский огромный собор, один из крупнейших в Европе, а может быть и в мире, построен был всего за 70 лет. Вот, когда привезена была часть этой главы Иоанна Предтечи туда. Вот, и сейчас она благополучно там же находится. Специалисты даже исследовали на предмет подделка, не подделка, потому что с тех пор в средние века святыни имели свойство как бы дробиться или умножаться. Вот, тем не менее, установили, что действительно кость принадлежит человеку, обитавшему в средиземноморском регионе в те самые времена первохристианские или даже немножко раньше. Храни вас всех Господь, с праздником вас, уже обретение главы, можно сказать, как бы предвоскрешением Иоанна в нашем мире и в будущем веке. И храни вас всех Господь. Теперь прослушаем в заключении благодарственной молитвы. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе.